это хватит мне сил. И я могу к победе привести всех нас. Войдем в историю, как те, кто всех win. Заходи, эй, и будет окей. И огонь победы сразу раздуем мы. Мы с тобой молоды, мы с тобой полны сил. Пора переходить на следующий уровень. Давай бой, камон, бой. Ты крутый, безмятежен. Гейм-гейм он, пати-пати он. Играем Mobile Legends. Давай бой, камон, бой. Ты крутый, безмятежен. Гейм-гейм он, пати-пати он. Играем Mobile Legends. Я решу эту проблему. А теперь пройдемся по событию 515, что означает 15 мая. В этом году благодаря одному китайцу, который сожрал летучую мышь, теперь вместо событий, куда у меня был шанс прилететь, проводится вот такая домашняя е-пати. Давай пропустим мелочи, пройдемся по важным событиям, на мой взгляд. Билеты, вечеринки, тра-ля тополя, там самое ценное — эффект возвращения и эффект смерти. Радует, что возвращают легендарный облик на Лесли, правда, цена выбивания — конь. С 9 по 15 мая активен режим смертельной битвы. С 16 мая обязательно зайти и получить героя Ло И. А то я вот Сильвану в прошлый раз пропустил, и неплохо пришлось подождать перед покупкой ее в магазине. С 16 по 23 мая режим зеркала. С 23 по 25 мая выполни задание для получения бесплатных элитных обликов и используй билеты вечеринки, если, конечно, не пропустил их, как я, 9 мая, когда случайно добежал до соседнего населенного пункта через лес. Это где-то 11 километров. 23 мая. Все герои бесплатны. С 23 по 29 мая активен режим хаос, а с 23 мая по 20 июня получите один из 4 бесплатных обликов. Разработчики решили уйти в тему славянской вечеринки, поэтому в последнее время в сообществе ты мог заметить комиксы, рисунки, видео, песню, посвященную этой теме. Сейчас в сообществе идет конкурс славянского косплея «Фотослав». Я бы сказал «Клюкваслав». Реконам отдельный привет. А также битва кланов с денежным призом. 13 мая начнется большой розыгрыш, где будут не только внутриигровые призы. Собственно, вот такой краткий обзор, перевод на событие 515. А у меня рядом лес, я ухожу в лес. Удачи нам, друг!